Всем привет! Сегодня я для вас приготовлю вкусную, свежую и очень сочную рыбу в духовке с овощами. Ну что, давайте мы ее приготовим. Здесь на картинке показаны наши ингредиенты, такие как рыба, у нас это осетринка, картофели, два лука, помидор, морковь, масло подсолнечное, соль. И перец. Соль и перец мы будем использовать по вкусу. Первым делом мы берем нашу рыбу. Ее мы солим и перчим и хорошо перемешиваем. И нашу рыбу мы оставляем в сторонке. А пока мы морковку нарежем кольцами. А теперь мы нарежем два лука полукольцами. Теперь мы нарежем картошки. Картошки мы нарезаем по-своему, кто как хочет. Теперь наши картошки мы тоже солим и тоже все хорошо перемешиваем. Туда же мы добавим немного растительного масла и все опять хорошо перемешиваем. Теперь нарезаем помидоры. Помидоры мы нарезаем по-своему. Ну все, наши ингредиенты готовы. Теперь мы берем противень. Его застеливать пергаментом не надо. Мы просто зальем туда немного растительного масла. И щеткой размажем по противню. Теперь мы выкладываем наши рыбки. Между рыбками мы оставляем немного места, туда мы будем класть наши картошки. Теперь выкладываем мы картошки между ними. Теперь пойдет наш лучок. И морковка. Теперь выкладываем помидоры. Ну все, теперь можно выкладывать в духовку при 200 градусов на 50 минут. Ну все, наша рыбка готова, ее можно выкладывать на тарелку. Украшать по кругу можно лимонами. Рыба с овощами получилась очень вкусно. Ну на этом все. Поддержите, пожалуйста, меня лайком и подпиской. Напишите комментарии. До встречи в новых видео. До новых встреч!